Приветствую всех зрителей, с вами Мэрл Дэн, и сегодня мы будем проходить такую замечательную детскую добрую игрушку Люциус. Это игра про 6-летнего мальчика, у которого была одна мать и, вот незадача, два отца. Один отец был политиком, уважаемым в обществе человеком, а вот второй был адской сатаной. И мы это скоро увидим, давайте-ка начнем новую игру. Адски холодно. 6 июня. It's time to blow out the candles. Remember to make a wish, honey. That's my boy. Very good. Happy birthday, son. Did you see that, Dad? Man, they grow up fast. I bet you can remember my 6th birthday like it was yesterday. Mary, could you please clean up? Lucius can help you with the dishes. He can stay up later this evening to play with his new toys, but in bed no later than 10. Yes, ma'am. Понятно. У нашего Люциуса 6-й день рождения. Позже сегодня вечером уборщица убирает посуду. А где наш пацанёнок? Люциус. Аж жутко смотреть на него. Такого ребенка увидеть можно, кирпичей 20 отложить. Так, голоса. У нас появились голоса. Нам приказывают, наверное, убить ту женщину. Ну, прекрасно. Начало игры уже интригует. Так, и что дальше? О, привет, мужик. Ты что такой красный? В солярии перележал. И... Может, ты скажешь там что-нибудь? Что ты сейчас сделал? А, да ты сквозняк наколдовал, ну понятно. В общем, это был наш второй папа. Get ready for bed. Это, в принципе, понятно. Уже 10, хочу спать, сказала эта уборщица. Она может нажать пробел, чтобы ознакомиться с информацией на игровом экране. Так, тут у нас есть 5 умений, пока что нам доступно только одно. И рядом с умениями есть такой показатель, но это сила наша, она будет снижаться, если вокруг нас будут кресты, святая вода, священник или что-то прочее.
И нам надо будет от этого уйти или как-то устранить это. Например, крест нам придется переворачивать. Ну, в принципе, все понятно. Так, пользуйся мышкой, чтобы осмотреться и ходить с помощью в сад. Ну, понятно. О, чашечка, мы можем попить чаек. Давай, пей. А, не можешь, давай выкинем ее. Она разбилась! В этой игре можно бить вещи! Так, это уже интересно. А чё так торт мало покушали? Чё-то он вообще очень маленький. Странно, вроде семья богатая. О, замок. Так, возьми замок со стола. Чтобы прятать этот предмет, нажимай маус 1. Чтобы открывать-закрывать двери, нажми на них маус 1. Так, закрой дверцу холодильника, указав на нее замком. Прекрасно. Холодильник достаточно холодный. Больше холода, больше садизма. Давай, врубай морозилку. Минус 30. О, какой у нас жуткий мальчик. Да. А вот дверь закрылась уже, Мэри. Так, вентиляторы начали дуть больше, холод усилился, а дверь закрылась. Так. Выпустите меня! Fuck yeah! Какой бесчувственный мальчишка. Мальчишка с шалунишка. Ага, мы ложимся спать, мы ни при чем, я ничего не знаю. Что там, уборщица умерла, да это я вообще ничего. Я просто спал, играл со своим новым паровозиком. И что дальше? Давай, ложись спать. О, ворон! Такой же ворон был, когда мы рождались, 6 июня. Сегодня как раз такой день. Да мы играем в день рождения сатаны. Прекрасно. О, у тебя глаза красные. Боже мой, какой наркоман сделал такое, такое солнышко. Боже. Ага, уборщица умерла. А мы же замок не забрали, нас же запалят. Ты не сын Хитмана, если ты не прячешь улики. Давай. Давай же, пошли за уликами. А то нас сразу арестуют. If I put the pieces together, this all started years back, with the arrival of a new life. Dante Manor was a place filled with darkness, and there were outward ambitions and hidden histories in that house. I tried to help. I should not have become so involved. But how these things unfold when we are thrust on the scene? I can't account for it all. For my part in these events, I waive responsibility. But it's there. It's a mark. A mark I should have noticed. At its source, at the center of... Да, он даже не догадывался, что здесь происходило. Хотя все это совершал маленький мальчик. Люциус. Стирание памяти можно использовать, если кто-то поймал тебя. Он все забудет. Стирание памяти у нас еще не скоро появится. Где-то в середине игры. О, дом горит! Пацан, беги! Быстрее, спасайся! Чё ты такой спокойный? Ну, вот что-то ты будешь делать? Что так? О, мужик! Lucius, there you are. Люциус, ты и я, наконец-то, один на один. Привет, папа. It's okay. Ничего you страшного. Can trust me. Можешь you мне доверять. Know who ты I же am, знаешь, don't кто you? Я. I've come to speak about your calling, my boy. Each offering you bring me will make you big and mighty. Сильным и большим.
It's a simple thing to do, Lucius. You can influence your future and become a master overall. But oh, so much to do. So much ahead of you. I have some things for the birthday boy. There, on the desk. Ага. Лучший подарок — это книга, а записная книга — это вообще супер. Так, ой, откроем, возьмем маус. You'll need this notebook. It will help you on your journey. Глава, и тут наши жертвы указаны. Прекрасно. Так. And look, a flashlight. А вот еще фонарик. Он поможет тебе найти дорогу в темноте. Берем батарейки, фонарик. Pick up your new toys and see how they work. Надо в батарейке вставить фонарик. Such a bright boy. Вставляйся. Во. Так. Now, Lucius, you need to do a little something. It is important that you are not caught. О, у тебя рожки, in the kitchen. You left the lock on the freezer door. Знаешь, может, тебе жена изменяет, у тебя рожки, она тебе рога наставила. And hide it where nobody can find it. Otherwise, they will discover you. Единственный здравомыслящий человек. And believe me, you wouldn't want that to happen. Надо go now. Теперь наконец-то пойти и забрать замок. Ну пошли, давай, before the adults wake up. Да иду я. Чё, я не могу идти? А, нет, меня засасывает. Нет. Проклятие, меня засосало. С помощью телекинеза можно даже сломать некоторые вещи. А вот телекинез у нас появится, наверное, через главу уже. Вот, мы встали ночью, и нужно наконец-то пойти и забрать этот замок, чтобы никто не заподозрил, что это маленький мальчишка убил эту горничную. А чего свет никто ночью не выключил? Что это за расход электроэнергии? Богачи, буржуи, даже свет не выключают. Так, тут можно что-то потрогать? Не. Так, а тут... О, лампочка. Лампочка, отвертку можно... О, да, отвертка, кстати. Можем взять отвертку. И спускаемся вниз. Не, почему они не выключили свет? Все же спят. Что за фигня? Дирин рум. Понятно. О, шарики. Шарики, смешарики. Да ладно, ты даже торт не попробовал. Ты же ребенок. Ты же должен много торта скушать. Все дети едят много сладкого. Ты что такой ненормальный? Жуткий мальчишка. Тот еще красавчик. Так, что у нас? О, что это сейчас было? Это что такое? Это же крест. Ну что за христиане живут в этом доме? Давай перевернем. Сатанизм, только сатанизм. Убегаем. Нам нужна кухня. Вот, кажется, кухня. Да, кухня это. Забираем замок и убегаем. Все, мы забрали замок, мы... Все, телекинез, властитель мира. Получена новая способность, но мы ее не будем сейчас применять. О, нашли! Нашли эту горничную. Крики. Detective McGuffin. What do we got here? It looks like a cardiac arrest, sir. The woman collapsed in the walk-in freezer. This was probably caused by the sudden change of temperature. She was in her mid-50s. Typical of women her age. Did you talk with the owner of the house? No, sir. They're waiting for you in the kitchen. How can something like this happen, Detective? Was it a seizure of some kind? We'll look into it, but it looks like a case of misadventure. I'd ask that you stay clear of the kitchen and keep staff away while we clean up. Just relax and focus on getting life back to normal. Thanks, Detective. We'll try our best.
Так, 12 июля. Курение убивает. Ну, оно действительно убивает. Что, мы сейчас будем 30 лет убивать курильщика? Зачем? Ладно. Мы, короче, проснулись. И что? Нам показывают жертву? Судя по всему, это какой-то пьяница, он бухает. Что это за ушастый алкаш такой? Мы его будем убивать? Hi, Jean. Thank goodness you're here. Things are a mess. This could have real negative repercussions in an election year. It's a private matter and an unfortunate accident. The press will keep out of it. I've seen to that. I could always count on you, Jean. Make yourself at home while I tidy up some papers. Just ring for Alistair if you need anything. Take all the time you need. Это очень опрометчивый поступок, бедный Джин, потому что валил бы ты из этого дома, потому что сейчас придет этот маленький мальчишка и будет тебя убивать. Так. Мэри. Мэри чистит холодильник, я нашел замок от стола. Он может пригодиться. Мэри замерзла насмерть, я должен вернуть замок на место, чтобы никто не заподозрил, что это был я. Я взял замок, я должен положить его в карман, чтобы никто не нашел его. Он может пригодиться потом. Потом. Угу, понятно. Джин. Он иногда приходит к моему отцу по делам. Я ненавижу, когда он курит в гостиной. От этого у меня болит голова. Ага, будем убивать курильщика за то, что он делает Люциуса пассивным курильщиком. Ну, замечательно. Какой у тебя бардак в комнате? Ну, честное слово. Прибрался хотя бы. Так. Идем. О, мама. Постой, мама. Мама. Don't worry, Lucius. Mary is now in a much better place, along with her husband. Со своим мужем. Я сейчас беспокоюсь, как будто они... Have you cleaned up your room yet? I have told you a thousand times, you have to clean up your room. Try not to bother your father today. Ну ладно, ладно, пойду уберусь. Мне не тяжело. Так, берем машинки. Деревянные машинки, тяжелое детство. Так, выкидываем их в ящик. О, берем эту машинку, тоже в ящик ее. Третью. Четвертую машинку. Так. Вот. И последнюю, пятую. О, работа сделана. Надо подойти к маме. Может, она нам даст конфетку? Мама, дай мне конфету. Мама, ты где? Мама, я сделал домашнюю работу. Точнее, работу по дому. Ты где? Ты где, черт побери? Это что такое? Hey, I'm working here. Эй, я тут This работаю, is not for children. Ты что, порнуху там смотришь? Извращенец. Я думаю, мы этого мужика тоже когда-нибудь убьем. Какой-то Том. Так, о, мама. Стоять? I know he can be a bit odd, but be a sweetheart and be polite to Jean. He is a guest in our house after all. Did you remember to brush your teeth? Don't make me remind you. Заставляй меня снова тебе напоминать. Ма, хотя бы конфету мне дали. Я же убрался в комнате. Я такой труд проделал, а мне даже конфетку не дали. Понятно, почему Люциус начал всех убивать. Его не кормили сладким. Его не любили родители так. А что у меня, такое с маной? Ага, опять эти христиане тут кресты поставили. Переворачивают только сатанизм, только он. Угу. Так, зубная щетка, давай. О, все взяли. Работа по дому сделана. Так, ну отлично. Убираем ее. И побежали. Ты кто такой? Can't you see I'm performing a delicate operation here? Why don't you go downstairs and watch TV or something? Ты поплатишь сейчас за эти слова, только в следующей миссии, наверное. Так, нам нужно найти Джина, нашу следующую жертву. Так, а торт убрали? А, да, месяц же прошел. Я думаю, он бы уже завонялся, если поставили. Так. Убей этого мужика, убей эту пьяницу. Убей. Приказывают нам голоса. Новая запись. А, нет, нет новой записи. Странно. Привет.
Well, there you are, Lucius. Let me look at you. I believe you've grown since I last saw you. Понятно. Пьяница, бухач, это вискарь, что ли? Да выкинь ты его. Oops. О! Well, accidents do happen. Я разбил бутылку, которая стоила $30,000. А, ужас, ужас. Так, а что у нас здесь? Какой-то светильник интересный. Шампанского не будем его трогать. How are your lessons going? Как у твоя учеба? Да, отлично. Так, что у нас тут? Это... О! Спички! Спички, спички. Так, что у нас написано тут? Так, 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 так. Ага, жена сейчас будет курить. От печи. Нужно ее быстро сломать. Быстрее, быстрее, быстрее. Беги, Люциус, беги. Главное, нас, чтобы не засекли. Так, бери срочно отвертку, скорее всего. Да. И давай, пока никто не зашел в комнату. Все. Мы сломали плиту. Так, теперь будем хладнокровно стоять здесь. Вот сядем на стульчик и будем ждать Джина. Джин? Ага. Так. Закурить решил, да? Какую же комфортку выбрать? Да, выберу я последнюю. С покерфейсом стоять. О, бесчувственный, бесчувственный ребенок. What can I say, Mr. Wagner? This is a real unfortunate series of events. Quite uncanny. Gene was my campaign manager and a friend of the family for many years. I'll be lost without him. I know this must be a difficult time for you, but we really must do an investigation here. I'll need to speak to your handyman about the gas leak. This shouldn't have happened. I had a feeling there was something weird going on in that house. I couldn't quite yet put the pieces together, so I took a step back for a while, let it brew. And after a few weeks, the call came in. Just when things were getting back to normal, there had been another accident in that godforsaken house. It happened on a rainy day. I think it was Tuesday. The janitor, who was known to be quite the drinker, was fixing a bathroom in the lower west wing. Нам придется убивать уборщика. Ты можешь комбинировать предметы в своем инвентаре. Да, это знаем мы все. Нас этому сатана научил. Так. О, наш дом опять горит. Значит, пришел кто? Пришел наш папа. Hello, Lucius. Here we are again. Папа пришел. Здравствуй, Люциус. Мы снова встретились. You've been doing very well. Смотри, у тебя отлично получается. Я горжусь тобой, сынок. But I must teach you some of the more interesting, subtle arts, which you can use. You can train your mind to move objects at your will. Ты можешь натренировать свое сознание, перемещать предметы. Here, let me show you how. Сейчас покажу, как это делать. Так, что дальше? Нажмите 2, телекинез. Ага, машинка. Excellent. Перемещать ее. О, прикольно. Дальше что? Прекрасно, еще раз. Very good. Ага. Переворачивать машинку. Теперь нужно положить машину вот сюда. Хорошо. Так. Вот. Excellent. Прекрасно. Ну. О, я сейчас немного погорел. А, разбить. Чашку нам надо, давай, бей ее. Very good. О! Какое полезное умение, буду все бутылки в доме так бить. И
И что? И магнитофон. Давай. Now you know what to do, my son. Теперь ты знаешь, что делать, must continue with your mission and bring me souls. Души. Больше убийств, больше насилия. Show no mercy. Будь осторожным, но беспощадным и хладнокровным. Маленький мальчик. А, меня сон засасывает. Нет, 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 нет. У тебя нет друзей. Все должны умереть. Какая дружелюбная игра. Прям от нее веет позитивом. Четырнадцатое августа. Настроение смерть. Так, мы снова проснулись. На улице льет дождь. Дождик там. И я думаю, мы на этом закончим. Мы совершили два убийства, наверное, в каждой серии мы будем убивать по два человека. Так что всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем счастья и добра. До свидания.